Лондон, Великобритания, четверг, 2 июня 2022 года. Парад у Букингемского дворца по случаю платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Вы видите шокирующие видео, как 25 активистов по защите прав животных Animal Rebellion попытались сорвать парад. Около 8 человек перепрыгнули через ограждение, разбросали листовки, легли на дорогу, прекратив путь оркестру. «Чего хотят?» – спросите вы. Отвечаю, требуют запретить охоту и животноводство на землях королевской семьи, а также раскритиковали организацию праздника, который обойдется налогоплательщикам в десятки миллионов фунтов стерлингов, в то время как многие жители страны страдают от роста цен. Браво, полиция и музыканты! Полиция сработала молниеносно, растащила демонстрантов. Музыканты просто продолжили маршировать, как ни в чем не бывало. Ну что хочу сказать, жаль, товарищи, что охранники не дали пару пинков по дороге этим бездельникам. На этом все, всем спасибо за внимание, до встречи в эфире.